Сколько там чего? Да это понятно, ты с этим не связан. Откуда ты можешь знать? А то и телефон, да мне бед. Там надо, чтобы мне позвонили, я позвонил. Да, да. А что там интернет, ну, вот эти там. Ну да. А вот через незнание. А точки ей то там, компьютер там. Да. Ты хоть папку видишь, с папкой поговорим. Смотрите, машина. И дошло. А через незнание обижаешься, понимаешь? Я не. Я обижаюсь? Да, то, что я тебе не даю. Второй год, там, третий год. Да. Я думал, просто как Саша Бедова. На обыкновенный год. Я знаю. Кино вот, делал. Видеорегистратор, там женские диски. Вот какие у меня. Такие большие. Видеорегистратор. Он мне заказывал кино, он мне платил. Просил несколько DVD-дисков. А Шуспан вообще там 20 штук, я ему DVD-дисков написал. Его фильмы, Шуспанский фильм вообще там конкретно не сработает. Я месяц работал с этим фильмом. Месяц. А, ну ты дальше. Ну, это не Шуспанова фильм. Там вообще на час, 52 минуты, здоровый фильм. Я его по ночам домой провожал, он со мной сидел, говорит, я устал. Я говорю, не думал, что так серьезно все это. А как же ты думал? Кино так и делается.